Всем здравствуйте. Как жизнь? Тянуть. Вытянуть, натянуть, растянуть. Как использовать эти глаголы? Сегодня я отвечаю Саня Муратто о глаголе «тянуть» с приставками. Часть первая. Тянуть. Основные значения. Тянуть – это с усилием перемещать, приближая к себе. Он тянет лошадь за узду. Тянуть – это приносить откуда-то запах, пахнуть. Из кухни тянет жареной курицей. Тянуть – это влечь, манить, притягивать. Меня тянет на сладкое. Тянуть – это медлить, не торопиться с осуществлением чего-то. Фирма тянет с заключением договора. Тянуть – это соответствовать какому-то образу, оценке, мере, идеалу. Этот отель на 5 звезд никак не тянет. Тянуть – это иметь определенный вес, весить. Мешок картошки тянет на 20 килограмм. Тянуть – это иметь определенную цену. Стоить. Кольцо тянет на $500 000. Тянуть – это прокладывать какое-то протяженное сооружение. Компания начала тянуть ветку газопровода. Тянуть – это вбирать что-то в себя, втягивать, всасывать. Насос тянет воду. Тянуть вино из бокала. Тянуть –
это красть, воровать. Он тянет все, что плохо лежит. Есть и другие значения глагола «тянуть». В настоящем времени я тяну. Ты тянешь. Он, она, оно тянет. Вы тянете. Мы тянем. Они тянут. Тянуть. Втянуть. Втянуть. Это таща, переместить внутрь. Она втянула сына в поезд. Втянуть – это вобрать в себя. Втянуть голову в плечи. Втянуть воздух. Втянуть – это привлечь к участию в чем-то. Втянуть в войну. Втянуть в спор. Тянуть, вытянуть. Вытянуть – это антоним глагола «втянуть». Она вытянула сына из поезда. Он вытянул голову посмотреть, что происходит. Вытянуть – это таща, извлечь. Вытянуть карту из колоды. Тянуть, дотянуть. Дотянуть – это дожить под какими-то трудными обстоятельствами. Деньги кончаются, и надо как-то дотянуть до зарплаты. Он не дотянет до утра, умрет. Дотянуть – это задержать что-то на какое-то время. Мы дотянули до того, что нам выставили иск по неуплате. Дотянуть. Дотянуться. Дотянуться – это вытягиваясь, достать или коснуться чего-то. Дотянись до люстры и повесь туда шарик.
Я дотянулась до письма в ящике, но достать не смогла. Ты никогда не дотянешься до их уровня. Тянуть, затянуть. Затянуть – это туго соединить концы чего-то или плотно покрыть что-то. Затянуть ремни на чемодане. Затянуть дыру в окне пленкой. Пруд затянула тиной. Небо затянула облаками. Затянуть – это сильно заинтересовать, увлечь. Изучение языков затянуло меня. Затянуть – это заставить принимать участие в чем-то, вовлечь. Он боялся, что меня затянут в какую-нибудь авантюру. Затянуть. Это задержать, замедлить. Чиновники затянули рассмотрение нового закона. Затянуть – это протяжно запеть. После выпитого он затянул песню. Затянуть. Затянуться. Затянуться – это затянуть себя чем-то. Ямщик затянулся кушаком. Затянуться – это покрыться слоем чего-то, заволочься. Молоко затянулось пенкой. Затянуться – это задержаться, занять времени больше обычного. Наше собрание затянулось. Затянуться – это вдохнуть в себя дым при курении. Я затянулась сигаретой. Тянуть. Обтянуть. Обтянуть – это покрывать
поверхность чего-то туго, так, чтобы облегало. Обтянуть диван кожей. Обтянуть сиденье материалом. Она обтянута джинсами. Тянуть. Натянуть. Натянуть – это туго закреплять что-то. Натянуть чехол на машину. Натянуть веревку для белья. Натянуть – это надевать одежду или двигать что-то с усилием. Я не могу натянуть платье. Пока все. Продолжение следует.